Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. И хочу всех поздравить с наступившим Новым годом. Так что, ребятушки, поехали. Так, ежедневные награды мы с тобой забираем с превеликим удовольствием. Так, задание. Пройдите одну серию испытаний, это я сделал. Так, открыть колоду, давай-ка мы с тобой сделаем. Бесплатно, конечно же. Так, мутаген, тетрадочка, пицца, сюрикены и бибоп. Окей. Забираем награды. Ну, а дальше, как обычно, боевка плюс поднять уровень персонажу. Так, по боевке мы, наверное, будем дальше продолжать прокачивать нашего Джастина. Ага, нам нужно... Слушай, а нам осталось-то здесь найти 12 кружек. Уже 11. Точнее, 10. Так, ну что, попробуем. 9 8 7 6. Ай-яй-яй, 6 пока, ребята. Так, это получается 5, да? 4 3 2. И последняя кружка, друзья мои, вот она. Так, ну-ка посмотрим, я точно... Нет, ребята, еще не последняя, вот сейчас будет последняя. Вот она. Ну что же, прокачиваем ему первобытный бульон до 6-й ступени. И это круто. А знаешь, почему круто, ребят? Потому что нам больше здесь нечего качать. Ну, точнее, до 7-й ступени, но, как ты понимаешь, у нас с тобой нет вот этих вот элементов. Поэтому мы с тобой будем брать кого-то другого теперь на прокачку. Вопрос в том, кого только. Так, сплинтер у нас вроде бы как прокачан, да? О, сплинтер-то... Да ладно, ты серьезно, что ли? Ой, друзья мои, друзья. Слушай, ну у нас есть с тобой офигенный вариант. Либо мы прокачиваем сплинтера, да? Либо мы прокачиваем... Так, а что у нас у Шреддера? Здравствуйте. А с какого перепука я ему не прокачал последний удар на 6-ю ступень? Скажи-ка мне на милость, а? Так это же не порядок, конечно же. Это на полдела у нас брошено получается. Нет, так дело не пойдет. Значит, качаем с тобой Шреддера. Так, что у нас там у Змейка Вьюна? У него все четенько. Все прокачано до 6-й ступени. Значит, Сплинтер, Шреддер. А где же мой... А где же мой... Да, вот он. Что у тебя, родной, по навыкам? Ух, как ты отстаешь. В общем, будем мы с тобой, наверное, прокачивать Супер Шреддера. Да. Но после того, как прокачаем Сплинтера. Или хотя бы... Нет, ребят, Сплинтера, наверное, не будем. Вот Шреддера докачаем и будем уже Супер Шреддера. Так, ну а здесь забираем с тобой награды. Поднять уровень персонажа. У нас с тобой мутагена 23 тысячи, поэтому я могу себе позволить прокачать, ну, например, мухи, сделать один левелап. Все, отлично. Так, забираем с тобой остатки роскоши. У меня 21 телепорт, 20 откатов, и мы с тобой смотрим, где мы с тобой на турнирной арене. А в данный момент мы в Лиге Мастеров, 42 ранг. Ребят, конечно же, будем дальше идти. Подниматься, как говорится, вверх. Я думаю, что возьмем, наверное, мы с тобой Александра. Нет, 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 нет. Я лучше обновлю, ребят. Я лучше... Да что ты, везде Микеланджело. Можно без него как-то, а? Вы серьезно? Ну, тогда возьмем, наверное, Андрюху, вот. Андрей, елки-палки. Ты серьезно? Ну, ладно, Андрей. Так и хотел сказать, привет, Андрей. Так, пока муравей. Ну что, я думаю, что Леонардо здесь справится вместе с Зеком. В принципе, я думаю, это сгодится. Лишь бы Рафаэль классический не стал там портить нам всю малину. А малину он портить может одним своим отхилом. Так, ну-ка, Зек, не подведи. Да ладно, блин, ну что это? Ну что это за... Чего? Эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо, родные мои. Нет, блин. Вот это я лоханулся, друзья мои. Тут по-другому и не скажешь.
Офигеть, Зэк, ну ты и засранец на самом деле. Ты мне сейчас такую, извини меня, подложил. Я никак не ожидал. Во-первых, то, что он такой ничтожный нанес урон, просто смех на палке. Он подставил всю команду, друзья мои. Я на него возлагал большие надежды, а он взял просто и обосрался. Извините меня за мой французский. Все. Он меня очень, ребята, разозлил, очень. Я больше его брать не буду. Он потерял доверие, все. Он будет с кучей там имбовых чуваков только выходить. Одного я его больше отпускать никуда не буду. Я офигею с него, просто, блин, нанес урон. Да еще ладно бы хотя бы заметил всех. Он даже и этого не сделал, понимаешь? Так что, друзья мои, не качайте Зэка. Не делайте никаких усилий. Вот это что такое сейчас было? Нафига я взял Рокзара для того, чтобы он бомбил? Мне же нужно было делать провокацию. Да что ж такое, ребята, это, видимо, новогодние праздники так сказываются. Расслабился я маленько, понимаешь? Рокзар должен быть в провокации у нас, а я зачем-то просто удар сделал, ты понимаешь? Вот это да, вот это я тут фокусы вытворяю, ребята. Лучше не придумаешь. Сейчас мы с тобой еще... Давай Донателло потеряем, будет вообще великолепно. А мы его потеряем. Вот так вот начинается у меня первая серия в новом году по черепашкам Ниндзя Легенды. Да, ребят, обалдеть. Такое ощущение, как будто я, знаешь, в первый раз сел за эту игру и просто, знаешь, глаза по 5 рублей. А что здесь нужно делать? Да ничего, нужно сражаться достойно, вот и все. Рэй, хорош. Хорош, давай, просыпайся, подключайся к игре. Ну что это такое? Ну 31 ранг, ну господи, ты уже 2 боя сделал. Ай-яй-яй-яй-яй. Это непростительно, ребята. Максим, все, короче, я психанул, я беру старую команду Лео плюс Усаги. И надо, ребят, как-то выравниваться. Будем брать с тобой слабеньких персонажей, хоть как-то отыграть эти 2 проигрыша. Ну, просто обидно. Ребят, вот серьезно говорю, ну как так можно было сделать? Ну, Зэк, ну, я его растил, я его кормил, а он мне взял такую вот гадость, подсунул. А тут я заболтался, видимо, от расстройства, да, и продинамил ту самую вспышку, когда нужно было Рокзара вставить в провокацию, а я просто удар сделал. Ну, все одно к одному. И почему-то я это все так сильно воспринимаю, ребят, как будто, я не знаю, как будто тут на кону что-то такое стоит у меня, да, что нельзя потерять. Ай, господи, господи. Так, ну что, возьмем, наверное, с тобой тогда Артема. Я-то рассчитывал, на самом деле, сегодня добраться до Лиги Мастеров 3 звезды. Это я тебе по секрету говорю. Но судя по тому, как у нас сейчас пошли развиваться события, этого нам не светит. У меня элементарно не хватит откатов. К тому же, перед началом ролика я обычно, ребята, смотрю рекламку, да, чтобы заработать 10 откатов. Сейчас я этого не сделал. То есть уже заведомо было, да, что мы что-то с тобой делаем неправильно. Мы как-то немножко отступили от привычного режима. И вот тебе результат. Обычно там, когда дерешься, ну не дерешься, а смотришь эту рекламу, уже психологически готовишься там к определенным нюансам игры. А тут, видишь, все пошло не так. Даже в мастер еле залетая, ребята, в 2 звезды. Обидно, конечно. Ну что, я возьму, наверное, Новака. Откатики мои кончаются. Прямо на глазах они тают. Но, тем не менее, мы с тобой, по крайней мере, можем отыгрывать довольно слабых персонажей, которые, соответственно, с врагом в одиночку, ну, просто не справятся. Без топовых персонажей они там не разрулят ничего. Такие, как Алапекс, извини меня, уж и подавно. Даже, я думаю, если она будет 100 уровня, мне кажется, ее быстренько могут распетрушить. Так, ну что? Друзья мои, я не знаю, успею ли я сегодня выложить видосики, которые я уже отснял. Наверное, скорее всего, это будет завтра, потому что мне сейчас нужно уже собираться на работу. Ну, вот эта вот серия однозначно сегодня уже не выйдет. Но зато выйдет завтра. Я буду отдыхать, а она в этот момент будет выкладываться. Так что, друзья мои, все у нас будет хорошо. Серега, что такой суровый? Серег, ты что такой хмурной? А?
скажи-ка мне на милость. Не надо таким быть кислым, должен быть на позитиве. Так, ну что, возьмем с тобой раз, два, три. Шикарно. Сколько у нас еще с тобой есть попыток? Ну, я думаю, что 4-5 точно. Можно, конечно, сделать рекламную паузу, да, и во время нее я могу набить еще себе 10 телепортов. Соответственно, это 5 целых боев. 5. При хорошем раскладе, друзья мои, это можно пробить половину лиги. То есть, например, если у тебя 2 звезды, да, можно до половины трехзвездочной, как говорится, аренки дойти. Так что есть смысл над этим подумать. Но мы посмотрим с тобой, что у нас там по испытаниям. Произошли ли откаты? Кстати, я сейчас сразу же и гляну. Кстати, по предметам у нас здесь все тихо. Ага, здесь 84. Друзья мои, мы с вами добираем. Да что ты делаешь? 3 ДНК на нашего Микеланджело Космос. По жетонам, ну все как обычно. Так, задание, я не туда иду. Мне нужно сюда испытание. Да, друзья мои, Усаги против мощи и сама мощь. А что здесь разыгрывается? Помнишь, да? Вот эти штучки мне нужны. Вот эти вот гербы. Или как, я не знаю, орнаменты, как хочешь называй их. И хотелось бы мне посмотреть, что тут дадут. Да ядрен ты, Матрёна. Ну ты посмотри, Рафаэля дают и... Дальше пошли слабачки. Ой-ой-ой, даже не получится по ходу дела, да, на 3 звезды у меня пройти. Ну фиг с ним, давай посмотрим. Вначале все-таки давай допройдем. Так, у нас еще... Ну здесь придется, ребята, не фармить тогда. Сцена насилия, я думаю, никто не будет против, да, если я их проходить не буду, потому что нам нужен сыр, а здесь тратить... Ну, не на что, ребят, просто не на что. Мы его просто впустую сольем, потому что все вот эти персонажи у меня есть. Все есть, и мало того, что они прокачаны топово. Так, ну что, а мы с тобой проходим дальше арену. Так, ранг у меня 82, как ты видишь. И здесь мы выберем с тобой, скорее всего, Брэда. Потому что кубков ровное количество, да, но по уровню он, по-моему, самый... слабенький. Ну что, берем опять нашу незабвенную двоечку. И вместе с ними пойдут вот эти вот орлы выступать. Так что, поехали. Мы врываемся здесь, да? Хоба, они стоят тут, ждут. Ну что, Усаги, Лео, вы готовы? Да, конечно, они готовы. Они-то меня уж точно никогда не подведут. Но если и подведут, им простительно. А вот Зэк... Хм. Да, обделался по полной программе, короче, он. Ну, здесь все шикарно, все великолепно, и мы с тобой двигаемся дальше. Да я вот тебе больше, чем уверен, хоть ты вот до сотого уровня прокачай Зэка, он все равно будет ватным. Именно своей массовой атакой, вот этой бомбочкой, он все равно будет фейлить. Понимаешь? Так, ну что, мы дойдем сегодня с тобой до мастера 3 звезды, а? Как ты думаешь? Я так почему-то думаю, что дойдем. А знаешь почему? Потому что даже мы с тобой еще купим... Здесь 10 откатов, итого у нас 20. А этого более чем достаточно, поверь мне. Более чем. Так что продолжаем нашу битву. Битву титанов. Так, и мне дают... О, тезка, смотри-ка, Алексей. Ну, хотя, в принципе, и уровень-то слабенький, да? 78-76. То есть как раз для нас, друзья. Как раз для нас. Инициатива. Ну, если честно, есть у него шанс... Здесь, как говорится, вырваться вперед. Знаешь почему? Потому что у него майки видения есть. А майки видения, насколько мы знаем, и вообще все майки, именно Микеланджело, имеют повышенную инициативу. Ну и он здесь, он, ребята, в любом случае здесь будет трупиком. А так как у нас Лео уходит, естественно, опа, Донни. Смотри-ка, ну он упадет. Он упадет от постепенного урона. Смотри, пумс. Вот так вот. Значит, мы с тобой продвигаемся дальше. И сейчас посмотрим, на какое место мы приземлимся. Я надеюсь, друзья мои, вы хорошо встретили Новый год, а? Все успели загадать желание? Я надеюсь, что все. А вот лично я, а я просто проспал. Целенаправленно лег спать и просто спал, ребята. Потому что сегодня в ночь идти на работу мне. Да. Нету у меня такого, знаешь, как в детстве настроение Нового года.
Не ощущается как праздник. С такой, друзья мои, жизнью, с такими условиями, которые нам создают для жития, я бы сказал, что мы не живем, а просто выживаем в данных условиях. И 2020 год, на самом деле, был самый-самый такой противный. Коронавирус, который, я не знаю, сколько он еще там будет длиться. Я надеюсь, он в этом году хотя бы закончится. А то действительно устали мы ходить с этими намордниками, с этими перчатками. Все инстанции закрыты, никуда не обратиться. В общем, утомило. Так, ну что, 51-я позиция. Окей, двигаемся с тобой дальше. И тут я возьму, наверное, Дмитрий Сергеевич. Ну что ж, Дмитрий Сергеевич, рад вас видеть в полном составе против меня. Великолепно. Давай сразимся. Так, тут, вот смотри, вот посмотри, какой пиццелицей толстый. Разве пицца должна быть такая толстая? Она должна быть тоненькая, ребята. Само тесто должно хрустеть на зубах, понимаешь, как сухарик. До чего тонким оно должно быть. Ну, это когда уже подсохнет, а когда ты только из духовочки достаешь, да, оно такое, ребята, мягкое, прям вот, я не знаю, его надо держать двумя руками, там чуть ли не в рожок сворачивать, чтобы с него вся эта начинка не скатилась. Так, ну что, 51-й, так, 40-й, 40-й, ребята, место становится, то есть на 11 ступенек мы с тобой пролетели. Как ты видишь, у меня 14 откатов. Этого должно хватить. Так, и я вижу, у нас здесь Ильяс. Ну что с Ильяс, приступим-с. Так, я, наверное, думаю, ребят, тут можно уже брать и вот этих вот персонажей. Туда уже не будем лезть в дебри, как бы не стоит. И, если честно, здесь 79 уровень, надо было все-таки перестраховаться одним из имбовых персонажей. Вдвоем они могут не справиться. Ну, сейчас посмотрим, как все пойдет. Так, Усаги крутит-вертит, молодец. Ну, в принципе, здесь нам повезло. Насчет Ваньки не знаю, но Ваня должен упасть. А если не упадет, то будет плохо. Нет, он упал. Донни, 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 тихо-тихо-тихо, ты что? Как так-то? Ну, правильно, на нем нет постепенного урона. А мы, точнее, как я вам говорил уже, да? Он один из сильных персонажей именно по защите. То есть не именно вот это Донателло, а все Донателло именно имеют такую вот врожденную защиту. Крепкую. Так, ну что, мы с тобой переходим, опа, на 29-ю позицию. То есть мы в любом случае с тобой перейдем сегодня в Лигу Мастеров 3 звезды. Как бы не сопротивлялась игра, она меня не удержит. Давай, берем с тобой этих двух. Я, наверное, сюда еще в придачу возьму Донателло. Донателло, да? И возьму Бибоп вместе с Леонардо оригиналом. От них, конечно, здесь толку никакого не будет, но... Есть вероятность, если вдруг мы немножко здесь с тобой пропустим ход, они не упадут сразу. Ну-ка давай, Усаги, врежкаем как следует всем. Прекрасно, ну как видишь, Донателло опять же, ребята, имеет много здоровья. Ну-ка. Все, ему крышка. Если не добьем, то он, ну, мы его добили. А так бы постепенно урон его уничтожил бы. Так что двигаемся с тобой дальше. Ну что, остается, наверное, где-то боя 2. Это максимум. Потому что сейчас будет где-то 20-я, а может быть даже 19-я позиция. Вот. То есть 2 боя еще нам надо с тобой сделать. Это 4 отката минус 6 остается, да? Да, так и выходит. И возьму-ка я, наверное, здесь Алекса. Беру Алекса. Также я хочу здесь взять Джастина. Ну и Майки с Мондо Гекко. Тут, конечно, есть Микеланджело у него, но я думаю, что Усаги все-таки справится с ним. Он хоть и по инициативе очень шустрый, но именно по защите он, ребята, ватный. Ватный. Вот смотри, сейчас что произойдет. Ну, он почти готов, ребят, почти. Сейчас. Тихо. Подожди-ка, а на нем разве не было постепенного урона? Не было, видимо, раз он выжил. Но это, как говорится, ненадолго, и это все исправляется. Потому что Леонардо следом сделал ход. Ну, знаешь, что меня удивило? Почему Усаги у меня сходил первым, потом начинает его Микеланджело ходить? Наверное, не хватает чуть-чуть ему по уровню, да? Будь у него левел 100, он бы, наверное, ходил бы первым.
Ну что, ранг 8, как ты видишь, и нам предстоит с тобой сделать всего лишь один поединок. Так, и это будет у нас Лео. Это будет Лео. Здесь, я думаю, знаешь, что мы сделаем? Вот так, вот так вот. И вот так. Почему я так сделал, ребят? Ну, неохота тратить откат на Усаги. Я думаю, эта команда справится. Даже ничего страшного не будет, если она пропустит пару ударов. Эти ребята крепкие, они могут за себя постоять. Даже, как говорится, без постепенного урона. Ну-ка, Армагон. Всыпь-ка им как следует. Оу, Роксиди выжил, но это ненадолго. Все. Вот такой вот расклад у нас получился. Ну, а теперь, так как мы заканчиваем с тобой именно с ареной, с лигой, мы пойдем... Да, какое местечко? 99-е. Да и фиг с ним, ребят. Мы с тобой отправляемся на испытание. Но не на Усаги, а вот сюда вот. Уж больно мне хочется посмотреть, сможем ли мы с тобой пройти вот это вот первое испытание на 3 звезды вот этими гаврюшами. Я не знаю, эти големы — это, конечно, что-то с чем-то. А ты знаешь, кто вот эти, ребят, големы? Это Гранитор и Трек. Вот так вот. Вот зачем я так делаю, ребят? Нам нужно... Опа! Так, сможешь завалить? Да какой сможешь? Не сможешь никого тут завалить. У нас хила нету здесь с тобой, да? Угу. Почему нету? А, нету, нету, ребята. Рафаэль, он не хиляет. Он чисто на провокациях живет. Ну, уже таешь ты хотя... Во. Надо, короче, нам брать с тобой провокацию. Против этих-то... Против этих не надо было, наверное, брать провокацию. Надо было поберечь на... Скорее всего, на последнюю волну. Скорее всего. Так, давай-ка мы защиту им понизим. А массовых атак... А, есть, есть у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Сейчас, сейчас кого-то мы потеряем с тобой. Потому что этот сейчас сходит... А, он так сделал, да? А этот массовый, да? Слушай, она везет. Ну как везет, ребят, это относительно сказано. Везет. Мы сейчас переходим с тобой на волну, где, извини меня, будут два голема. У них массовые атаки. Как бы я ни крутил, мне Рафаэля просто, ну, не спасти, ребята. Можно пойти сюда одним Рафиком. Я думаю, Рафаэль здесь в соло справится. И тогда мы получим с тобой 3 звезды. Это точно должно быть. Давай проверим просто. Тыч. Ну давай кислотой. Ой-ой-ой-ой, что это? Что это? Что это за смех на палке, друзья мои? Мутагеноид, конечно, насмешил меня. Будем честны. Так, Рафаэль до сих пор в провокации. Ну-ка, звездание этому хламону. Ага, а этот? Ему тоже дай трепку. Так, ну что? Давай вот этого, наверное, сделаем через апперкот. Ой, он упал, ребята. Добьешь? Да иди ты. Ну, Хан. Все, ребята, отлично. На 3 звездочки мы прошли с тобой этот уровень. Значит, мы его можем фармить. Хотя можно глянуть, что там еще дальше нас с тобой ожидает. Может быть, один Рафаэль туда пойдет. Снаряжение, мощь. Так, и хотелось бы мне здесь глянуть. Пу-пу-пум. Ты представляешь? Ну, давай, давай вот просто чисто ради любопытства. Рафаэль пойдет один. Мне вот очень интересно, справится ли он. Естественно, я рассчитываю, ребята, на контратаку. Само собой. Лишь бы никакие дебафы на меня не весили. И все, ребята, будет отлично. Провокацию, в принципе, здесь можно было бы и не брать. Что-то я ступил, потому что я здесь все равно один. Я бы лучше бы, конечно... Сделал бы усиление атаки. Да, от этого было бы больше толку. Ну да ладно. Пока потерпим, я не буду сейчас этого делать. Уже ближе к концу, я думаю, сделаем, да? Чтобы пойти уже к этим големам именно уже с усиленной атакой. Опа, вот это ты зря. Вот это ты, гаденыш, мне сейчас, как говорится, собаку сутулую подбросил. Он мне, ребята, видел, понизил атаку.
Ну, слава богу, я ее, конечно, обратно вернул себе. И вот они, эти два брата-акробата. Они 80 уровня. То есть есть такая вероятность, что мы не справимся, но почему-то я думаю, что мы справимся все-таки. Сейчас посмотрим, все будет определяться, как мы наносим удары. Ну, я тебе скажу, ой-ой-ой-ой, да тебе, парень, не повезло сразу же. Ну, а ты что? Гранитор, да? На тебе. Слушай, как-то легко я с ними справился здесь. Просто на изи. Понимаешь, просто. Вот, ничего даже не делал. Круто. Тут по-другому не скажешь. Так, снаряжение, мощь. Опять мы с тобой получили. А тут уже будет... А тут уже 90 уровень. Слушай, я все равно хочу попробовать. Я хочу рискнуть. 90 это, конечно, не 80. И тут что-то сразу... Опа, ну-ка, врежь ему. Это отлично. Так, они пока промахиваются. И это круто, на самом деле. Но у них повышенная атака. То есть сейчас будут попадать. Ать, а вот это вот... Вот это плохо, ребята. Защиту мне понизили. Ты посмотри. Слушай, что же сделать тогда? У нас же... Так, вероятность, ага, критического удара. Вероятность 100%. Ну ладно, крит, ребята, крит урон мы с тобой повышаем. Не просто делаем провокацию, а еще, видишь, критовка. Опа. А это все потому, что, ребята, у нас пониженная защита. Вот я тебе и вижу. Вот про это тебе говорил. Видишь, все. Слезла, как говорится, да, с нас дебаф. И мы с тобой вполне довольно неплохо стоим, держимся. Так, а здесь у нас кто? Ага, эти хламоны. Давай. Блин, надо было их как-то с удара. Они сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, с повышенной атакой. Знаешь, что мне надо было делать? Да хорош дебафить меня. Хорошо, что он промахнулся. Еще один. Ай. А вот это вот подленько, ребята. Это подленько. Мне пришлось это сделать. Давай, вали их, в конце концов. Так, сейчас этого, да? Ушатаешь с удара? Да ладно, что такое, Раф? Что не так? Я ж тебе силу атаки вроде бы повысил, но... Блин, ну посмотрите, ребят, ну... Этот постепенный урон. Ну, дошли мы с тобой до этих двух големов. Мне кажется, они меня сейчас тут... Ушатают, если честно. Во-первых, у меня очень мало здоровья. Половина здоровья всего лишь осталась. И как бы маленький запас получается. Но я постараюсь, ребята, выжить как-то, каким-то образом. О, все. Все, ребят. Постепенный урон, шансов нету. Они начали, видишь, сразу первыми ходить. У них почему-то большая инициатива на 90 уровне. Ну, видимо, потому что это как боссы. Ну что, попробуем с тобой немножко пофармить здесь. Мне нужны вот эти вот штуки. Доллары, ну... Ну, ну какие осколки? Ну, вот серьезно, что ли? Ребят, ну... Ну, жетон, ну ладно, фиг с ним. Ну, не надо же вот так вот, а? Ну, хорош. Ну, ребят, ну... Все? Почему все-то... А, я взял и спустил все, ребята. Телепорты, вот. Вот я натворил делов. Вот я натворил делов, я все телепорты спустил. И ничего толком не получил, понимаешь? Ничего. Ладно, короче, мы с тобой встречаемся в следующей серии, да? Забираемся в топчик, потому что сегодня пятница. Остаются 2 дня, суббота, воскресенье. Естественно, занимаем первое место. Ну, что успеваем, там пофармим. И будем уже на следующей неделе с тобой прокачивать супер-шреддера. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.